Всем привет, друзья! Это будет очень короткое видео, потому что все окружающие рыбки под угрозой. Это черный плакат. Плакаты петушки короткоплавничные. Длинные плавники у него никогда и не вырастут. Сейчас, скажу секунду, здесь под угрозой маленький гуппи. Если он опустится вниз, там креветочки с креветками. Петушков не содержим. Ну вот, буквально на полминутки для съемок сюда его посадила. Пока он не очухался и не переловил тут всех. Просто попытка показать черного петуха. Оказывается, черных товарищей снимать очень-очень сложно. Пока что все разбегаются. Вот, примерно так должен выглядеть петушок черный плакат. Так. Пошли креветочек гонять. Съемку прекращаем.